Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Уходи отсюда, мужик. Так и быть. Расскажу, как надо контролёров валить. Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. На обратном пути подхожу к нычке. А там... ёшкин кот! Контролёр тусит! И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролёр не контролёр, а хабар-то забрать надо. И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной байдой, на все эти его понты мне станет насрать. Ну и знать, что делаю. Беру решетку металлическую, что рядом валялась, и ей так, значит, закрываясь, потихоньку бреду. И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Здравствуйте, здравствуйте. Празе, слышали? Да сто пудов, слышали? А я реально был там. Первый допер, как туда добраться. Так вот. Там, по правде, ни мутантов никаких, ни аномалий шмономалий. Все тихо, как у покойной бабушки моей на даче. А артефактов, как огурцов. Один на одном лежат, лопатой греби. Буквально на днях туда заглядывал. На солнышке позагорал. Провести? Ха, это даже не смешно. Оазис, извиняйте, не резиновый. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Черт. Тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шума и пыли. Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Про кровососов я вам все расскажу, растолкую. Как был недавно на Затоне, там всех эти соски доставали. Брат-сталкер-бедолага хреначит их день и ночь, и сделать ничего не выходит. Результата ноль. Решил я, в общем, ребятам помочь. Взял дробовик и давай напрямую в самое логово.
до кровососов в гости. И 3 дня им такую вечеруху закатывал, ой-ё! Бывало, с 2-3 сразу зажигать приходилось. Ну и короче, после моих дискотек кровососов на Затоне не прет. Они теперь свои щупала-то подобрали. А, подходите. Что у вас? Да всяких тем у меня валом. Например, как на ученых работал. Рассказывал, нет? В общем, заглянул как-то к ним в бункер. Ну, пробило что-то меня посмотреть, чем они там занимаются. Профессора все были в шоке, как меня увидели. Ну, говорят, ты такой нам как раз и нужен. А нафига, спрашиваю? Оказалось, им свои приборчики надо под аномалиями пораставлять. Ха. Сами-то эти очкарики идти, естественно, не хотят. Ну, наобещали бабосов, ништяков всяких. А мне чё? Мне не вопрос. Были бы ништяки хорошие. Но потом пришлось, правда, по окрестностям хорошо поползать. Аномалии шманомалии повыкупать. Но это ладно. Это нормальному сталкеру фигня. Круче было потом, когда я из профессоров стал обещанное выбивать. Нормально. Ай да блин, чел, что надо. Выручайте! Кто-нибудь! Видели бы, как я артефакта на днях намутил. Это нечто, реально говорю. Но вы про карьер что не знаете? Так вот, там ништяков больше не осталось. После Флинта в аномалии искать нечего. Это каждый бывалый знает. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Здравствуй! Ну, запутят, зато на знаете. Чё, нет? Ну, короче, раньше проводники нехилый крюк делали, а я пробил путь покороче. Реально, просто чесанул напрямик. Хоп, раз, два, туда-сюда. Все шифры насчет проходов через аномалии быстро выкупил. Тему проводнику загнал. Ну, не за так, ясное дело. Так он теперь всех моим путем и вводит. А если кто думает, что Флинт лапшу двигает, так пусть к любому на базе подкатит и спросит, кто такой есть Флинт. Охотнички одни как-то встретили. И давай сразу. Флинт, помоги. Ой, да без тебя ж никак. Хотели, понимаешь, химеру завалить. Но пришлось показать высоту полета. Я, как всегда, прямиком в логово. Одного только возле входа поставил. Пасти, когда химера вернется, мне сигнал дать. А он под утро заснул. И химеру провтыкал. Только ее жопу увидел, сразу сдрыснул. Пришлось самому отбиваться. Ну и отбился, как видите. Ха!